Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня в игре Bad Piggies мы проведем очередной эксперимент. Но это будет не просто эксперимент, а эксперимент на прочность. Ну что ж, поехали, попробуем. И, кстати, спасибо вам за комментарии, которые вы писали, за идеи, которые можно осуществить здесь, в песочнице. Мы обязательно до этого дойдем. На выходных я, к сожалению, не снимал для вас видео, но сейчас я наверстаю, думаю, потому что был я в деревне. Давно не видел своих замечательных родителей. Итак, друзья, суть эксперимента такова. Как мы знаем, в игре Bad Piggies есть много очень всяких гибких штучек. Ну, например, вот этот зацеп. Сейчас мы его пока отпустим. Ну, например, вот такие вот веревочки. Еще там что есть у нас? Есть пружинки у нас. Да и все, наверное. Но зацеп я зря выкинул, потому что мы сейчас будем испытывать именно на прочность нашу веревку, золотую веревку. Одну я уже испытал, но она что-то как-то не очень пошла. Давай поставим послабже двигатель сюда. И что ж, приступаем. Так, зацепляемся. Так, сможет веревка у нас выдержать? Давай, держись, канат. Ой, все порвалось. Вся, что ли? Ну-ка, такое ощущение, что никакого усилия не надо. Она и так порвется, по-моему. Бэу, бэу. Так, забыл я зацепить ее за стенку. Вот смотри, давай еще раз. И поехали. Бах, все, она разорвалась. Ну, как-то прям совсем не это, не прочная она. Давай попробуем испытать пружину. Насколько же у нас пружина мощная. Так, ну что ж, поехали. Давай, бумс. Все? Я-то думал, пружина у нас вообще очень крепкая. И ее невозможно поломать. Неужели она такая слабенькая? Давай, бум. Слушай, я пружину, помню, растягивал вообще очень сильно. Но это была другая версия. Может быть, этот баг исправили? Давай попробуем. Добавим сюда клея. Поехали! Давай, давай, давай! Бамс, все равно оторвалась. Ну, пружина, могу сказать, судя по тому, что мы увидели, как-то не очень. Так, хорошо. Самое интересное, наверное, это вот этот зацеп. Так, ладно. Пружинку уберем. Пока уберем. Может быть, разработчики исправили этот баг. Так, ну что ж, зацеп-то должен вообще крепко держать. Поехали! Ну смотри, дорогой мой друг, не хватает мощи двигателя. Давай, 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 еще раз. Что-то куда-то он непонятно слетел. Подожди, я не понял. Еще разок. Давай! Держись! Сейчас с разгона. С разгона рванем. И никак не может. Хорошо. Сделаем так, поставим сюда два супер-мега-крутых двигателя космических. И... О, давай-давай-давай-давай-давай-давай! Бум! Ё-моё! Где свинья? Я не вижу свинью! А-а-а! Что произошло? Слушай, это двигатель какой-то прям, ну я не знаю, он мега-бешеный. На нем. Может, да я не знаю, что тут таскать. Подожди, еще раз, что произошло? Так, отодвигаем подальше, чтобы было видно всем. И... Ох ты, ё-моё! Как-то уж странно. Как-то странно. Давай склеим. Хорошо, склеим здесь. Двигатель пока форсировать не будем. И... Бум! Все равно она оторвалась. Хорошо, окей. У меня есть другой вариант. Все-таки двигатель этот помощнее, да? Значит, наверное, можно попробовать два зацепа сделать. Так, этот пусть здесь остается. Вот так вот сделаем, да? Один сюда зацеп, один туда. А если вообще зацеп поменять? Вообще это имеет ли смысл? То есть они же, наверное, тоже бывают разные. Это именно зацеп. А есть, по-моему, какая-то присоска. Присоска. Ну, давай попробуем. Вот. Во, давай золотой зацеп. Золотой должен быть круче. Хотя не факт. Так. Здесь, здесь.
Итак, внимание, испытываем золотой зацеп. Так, он уже, смотри, как хорошо держит. Так. И... бумс! Оторвался. Оторвался, не выдержал. Смотри-ка. Давай двойной золотой зацеп. Так. Поехал, 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 поехал. Бум! Хорошо. Делаем так все в клею. Против этого двигателя, наверное, ничто у нас не справится. Давай! Давай, 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 давай! Один оторвался, второй оторвался. И свинья полетела дальше. Она едет. Я почувствую, что она в порошок у нас сейчас рассыпется. Не, не рассыпалась, смотри. Не выдержала два зацепа. Но мы сделаем три зацепа. Мы три зацепа сделаем. Один еще вот сюда вот поставим вентилятор. Так, давай. Это будет интереснее. Так, погоди, погоди, мой друг. Сейчас я найду сюда двигатель. Ну что ж. Достраиваем нашу конструкцию до трех зацепов. Даже тут до трех, говорю, до четырех. Вот так вот. Пока пусть будет три, мы посмотрим, что произойдет. Где наша рука? Вот она. Вот она. Ставим пропеллер на всякий случай. Ну что ж, поехали. Так, бом. Ой, один оторвался. А вот смотри, поднять она не может. От присосок. Давай, давай, нет. Никак, никак не удается. Никак, что ж ты. Что ж такое происходит у нас. У нас тут один зацеп только сработал. Так, конструкция пока живая, но уже почти. Сейчас, сейчас она дал туда. Давай, тяни, тяни, тяни. Вау, полетела, полетела, поехала. Оу. Смотри, она погнала. Что с ней творится-то? Ёлки-палки. Она никуда не уедет, наверное, да? Все. Да, это мощная тема. Но почему она не выдержала? Вот этот вопрос. Так, давай сюда прицепим. Оп. Давай, 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 давай. Что происходит у нас на экране? Что происходит? Так, дави ее. У елки-палки. Ай-яй-яй-яй, я не успеваю. Где он? Где наша штука? Давай, 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 давай. Вон она, вон она, вон она, вон она. Бум. Все. Хорошо. Я думаю, стоит немножко здесь что-то изменить. В итоге у нас, в принципе, три зацепа держат, но есть такой момент очень интересный. Тут происходит черти что непонятное. То есть нет такого, что просто она бах и порвалась. Вот еще раз. Раз. Так, вот давай потихонечку, потихонечку натягиваем, натягиваем. Натягиваем, натягиваем. Вот видишь, она вот на дыбы становится. И никуда. И сейчас она, эта конструкция слишком, по-моему, нестабильна. Давай еще раз натягиваем, натягиваем, натягиваем. Давай, тяни. Она отрывается из-за того, что она просто нестабильна. Вот, давай. А так она не может, по-моему, оторвать. Что попало происходит? Она пробуксовывает. Опа. Давай. Давай, еще попытка. Колеса отрываются, елки-палки. Ну. Ну как же тебя удержать-то? Ты вытянешь, выдержишь? Ну вот как ты держит. Оп. Оп. Ой, елки-палки. И свинья полетела. Ох ты, что ж такое-то? Это двигатель, это вообще супер.
Ну что ж, можно сделать какие-то определенные выводы. Что у нас здесь такого тяжелого есть, чтобы не дать ей перевернуться? Мне кажется, можно сделать... Вот вентилятор нам, пожалуй, даже и не нужен. Из-за того, что она нестабильна. Она нестабильна, потому что она переворачивается. Мы сейчас ее нагрузим по максимуму. Есть тут такая вот штука. Вот она, свинка. Что-то я еще тут видел. Можно короля свина поставить. А вот так этого товарища. Это уже не влезет, да? А сова? Не, влезет, влезет. Так, все. Вот, теперь мы утяжелили конструкцию. Ой, подожди, неправильно я сделал. Там что-то поломалось. Держим, держим. Поехали, поехали, давай. Тяни. Куда свинья-то выпала? А, давай, давай. Слушай, а если мы один отцепим? Ну, например, верхний. Так, два уже не выдерживают или нет? Вот давай. Сейчас разгону чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. И бум, все оторвалось. Ну, короче... Что это такое? Это какие-то опасные двигатели. Смотри, он просто взлетает. Я страшно подумать, что, на что он способен. Ребят, как мы видели, тут не просто, ну, два зацепа, ладно, справляются. Но у нас уникальные двигатели космические. В следующий раз мы построим космолет, который, ну, я думаю, будет точно прикольный и интересный. Итак, последнее испытание. Мы избавляемся от наших зацепов. Ставим сюда пружины. Я думаю, что они оторвутся. И... Бух! Ё-моё! Это очень страшные двигатели. Что они творят? Что они творят? Вы посмотрите! А-а-а! Они сами... Они не доедут, они... Это какие-то бешеные, я не знаю. Он даже просто так летает. Он вибрирует и летает. Вон, что происходит? Ёлки-палки. Смотри, двигатель куда-то полетел. Что ж, пружина отметается. А вообще, есть ли разница между пружинами? Я знаю, что я обычные вот эти вот испытывал. Давай попробуем, заменим. Может быть... Обычные, стандартные, без ничего. Действительно крепче. Ой, нет, нифига не крепче. К сожалению, не крепче. Так, испытывать на прочность больше нету. И в итоге вывод какой? Самая прочная штука — это у нас вот эта вот зацеп, как я ее назвал, или рука. Поэтому тут без вариантов. Так, и напоследок давай посмотрим на этот двигатель с вентилятором или с пропеллером. Так, это мы все убираем. Я там кое-что хотел сделать. Ой, нет, не так. Вот он. Надеюсь, его не вырвет. Бум! Нет. Его не вырвало. Так, надо было вот так вот его сюда. Кстати, что самое интересное, вот эти двигатели, я вот не понял. Именно как вот колесный хорошо действует. Сможешь? Не может он что-то. Давай. Что это за конструкция у нас? Ну, давай, взлетай, свинья. Сейчас смотри, такой маневр сделает крутой и бух. Ну ладно, друзья. В следующем видео вы увидите космолет, а также те рекомендации, которые вы мне писали в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за вашу поддержку. И пока.